Это что такое у нас? Это что такое? Читер, что ли? Я впервые такое встречаю. Васпик, который решил просто всех обмануть. Решил реально забрать ящик. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И мы сегодня вместе с вами собрались для того, чтобы устроить Spicy Gold. Этот видеоролик я записываю во время стримчика, который проходил недавно у нас на канале. Поэтому, кто возможно в стримчике был, смогли даже поучаствовать. Мы сейчас зовем наших подписчиков просто на карту. Заминировались безумно сильно, надеюсь, что ребята справятся. Поэтому сейчас отправляем максимально быстренько им пригласик, и ребята будут стараться бороться за тот самый, за тот ящик, который далеко не один на карте. То есть получается голдов достаточно много. В моем случае, наверное, крутить сильно башни не буду, потому что реально FPS просто нереально провисает в моем случае. То есть карта реально с достаточно большим количеством мин. Ребята сейчас будут заходить на карту, и сейчас поймем, кто же у нас настоящий тот самый золотолов, который сможет обойти все минки, которые мы наставили на карте, и заберет тот самый приз, потому что мы среди ребят, которые заберут большое количество голдов, то есть тот, кто заберет больше всего их на карте, получает те самые рулетки, которые у нас были в описании к стриму. Поэтому сейчас будем стараться наблюдать за всем процессом, который происходит. Как минимум, друзья, я уже кого-то даже убиваю. Интересно. А ребята, кстати, должны были взять легкие корпуса. Те, которые им позволят, кстати, FPS просто безумнейший. Я уже думал, что я крит поймал какой-то. Но благо, вроде пока держимся. FPS просто 14. Ой, резисты, кстати, прогрузились, потому что до этого резистов не было видно. Даже и на карте Immortal Hero, это, кстати, тот парень, который занял мой никнейм. Вот теперь я знаю, кто же мои никнеймы занимает на сервере, потому что при создании этого аккаунта на сервере я, к сожалению, подобный никнейм, как на основном аккаунте, не смог создать. Ребятам передаем огромнейший привет. Ну и пока, друзья, на самом деле, все довольно сложно. То есть реально, ребята, хотя на правом фланге там минок я поставил поменьше, но... Может быть, попробуем прокатиться вместе с вами. По-моему, правый фланг реально продавливает. Идем, наверное, туда. Сейчас будем наблюдать, что же там происходит. Потому что с таким количеством мин... Главное, мне еще не упасть. И не забрать голдик случайно. Будем пытаться. Вот это, конечно, я решил себе. Поставить сдачу. Проехать с таким фпсом по мосту. И желательно, конечно, не упасть в самый низ. Давайте наблюдать, друзья. Там уже и сзади кто-то подрывается, и спереди. Со всех сторон ребята пытаются добраться до золотого ящика. По киллам, друзья, у меня уже 38 киллов. По-моему, минок наставило на самом деле достаточно много. Я еще и ребят ограничил в том плане, что резисты от минок нельзя было брать. Может быть, это, конечно, лишним было, но я решил прям реально постараться, чтобы это было все на протяжении, возможно, большого количества времени. Хотя там уже начинают на подъемчике потихонечку ребята пробираться. Давайте, наверное, даже... Подъедем ближе к подъему. Вот так вот, чтобы было прям видно. Там, где ребятки на васпиках. На легких васпиках, безумнейших, друзья. Там ребята просто влетают в разные края. В разные просто стороны. Максимально быстренько. Хопперы, громики там, васпики, молоты. С другой стороны, вроде бы как все под контролем. То есть я даже не вижу, чтобы кто-то поднимался. Наверное, правильно будет для наших ребят, чтобы они выбрали какую-то одну сторону и старались все с этой стороны пробираться. Ой-ой-ой! Нифига себе, друзья! Это что такое у нас? Это что такое? Читер, что ли? Я впервые такое встречаю. Васпик, который решил просто всех обмануть. Решил реально забрать ящик или у него не заберется голдик? Васпик, не трожь голдик. Он точно не твой. Мы так не договаривались. Надеюсь, что античист-система работает, которая не позволит ему голдик забрать. По ощущению, наверное, так и должно быть. Он там паркурит. Он там занял хорошую, приятную позицию, которая ему позволяет так же, как и мне, наблюдать за нашими участниками. Но, кстати, васпик, который уже находится все ближе и ближе к нашим голдам. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тактика галактика безумная. 4 васпа, друзья. Ой, полетел красиво. Ой-ой-ой, было близко, друзья. Хорошая тактика. Вот с такой тактикой шанс имеют парни. Но не с такой тактикой. Кто-то поторопился. Ай, нам, давай. Было рядом, друзья, ну просто. Следующий, кто подъедет, наверное, заберет голд. Рядом. Очень рядом наши ребята. Пытаются, пробуют. Давай. Васпик, он, наверное, не знает, что тут минки уже разминированы. Пропер, давай.
На мручка. Ты прям рядом, мистер Пропер. Да что ж такое? На минке лишний наехал. Давайте, парни, страшный приемчик. Ну, там, наверное, еще ребят лагает, поэтому проехать просто ровно, на самом деле, задача не из простых. Забрали, страшный приемчик. Поздравляем. Поздравляем нашего парня. Вот, кстати, очень хорошая идея от наших зрителей. Гудмодик, ну давай, либо надо кого-нибудь подсадить. Реально можно с трубы запрыгнуть. Там уже ребята пробираются. Труба немного мешает. Цепляется. Блин, Жига, чего там Жига наших ребят уничтожает? Не дает им шанса. У Жига, кстати, тут лишняя, наверное, пушка. Она не дает возможности забраться. Паренечек, давай, 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 паренечек. Хорош! Вот это, конечно, стратегия. Шансы ей забрать. Паренек, ну давай. Не подведи. Покажи, на что ты способен. Хорош! Туда просто. Поздравляем. Красиво было. Вот это, я понимаю, мастера паркура. Безумнейшие. Наблюдаем. Верим в тебя. Ой-ой-ой-ой, почти. Было рядом, на самом деле. Было очень рядом. Так. А на правом фланге там ребята тоже, наверное, какие-то подсадки планируют делать. Паренечек, давай. Шанс твой. Забрать голд. Хорош! Поздравляем. Паренечек второй голд забрал. Вот там парни пытаются уже на бровочку забраться, чтобы... А, подсадка это? Нифига себе, друзья, какой план коварный. Смотрите. Они там уже подъемщик организовали. Так, сейчас шансы все имеются забрать реально голдик. Интересно, интересно. Хоппер, наверное, не заберется. Хоппер, наверное, лишним тут будет. Только мешает парни. Ой-ой-ой, подставили. Сколько у меня кило, друзья? 334 кило у меня на карте. Ого-го. Вот это безумие. Добавляет минок. Я уже не добавляю. Ой, хорошо! Туда! NFT забрал. Поздравляю. Страшный паренек, нифига себе! Вот это контент был хороший. Полетел парень. Почти рядом было. Поздравляем еще одного парня. Так, ну паренечек, давай. Пробуй. Блин, не долетел. Там, кстати, когда минки были... Ой, забрали туда! Нифига себе. Не усидел. NFT забрал второй гол. Поздравляем, NFT. Микки Маус. Хоппер. Рядом был парень. Васпик. Хорош! Забрал NFT третий гол. Нифига себе. Страшный паренек. У тебя единственный шанс. Единственный шанс попытаться реально сыграть с ним на уровне. То есть забрать также три голдика. Мы поздравляем парня. Единственный голд. И надо пареньку забирать, потому что пока что у паренька 2 голда, а у NFT получается 3. Либо нужно NFT забирать максимально быстренько, не дать возможность забрать этому парню. Этот голд уже не учитываем, потому что он летит уже после того, как забрали его. Саргиз, давай. Мне кажется, как раз таки с этого фланга и проще все забирать. То есть Саргиз правильно выбирает направление. Микки Маус, давай. Микки, шанс есть. Да не этот же голд, парни. Другой голд надо забирать. Не этот голд, этот голд. Голд не учитывается. Наверное, потому что ближайший, поэтому они пытаются его забрать. Ой, и Хоппер. Что же Хоппер там творит? Ну, такие попытки. С того моста пока что, наверное, попытки не самые удачные. Находится подальше, конечно, от этого голда, который нужно забрать по факту, парни. Нужно голд забрать, который дальше от меня находится. Вот парни правильно делают. Саргиз, давай. Хорош! Поздравляем. Есть. Забрать, друзья, последний. Все. Все голды были, друзья, забраны. Я поздравляю, наверное, NFT, правильно же? NFT у нас сегодня побеждает. Забрал больше всего золотых ящиков на карте. Друзья, если вам подобный контент был бы интересен, чтобы мы еще подобное для вас что-то записали, обязательно поддержите видеоролик лайком, оставьте свои комментарии по поводу того, что сегодня происходило. Ну и в целом поделитесь, кто принял участие в нашем мероприятии. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.